Концовка тяжелая, заканчивали в десятером, был навал, выстояли, то, что радует. Первый гол пропустили с потери на своей половине. Это то, что, ну, это наша большая проблема, над чем мы работаем, будем продолжать работать, но надо это убирать. Но сегодня не получилось, опять с той же ошибки мы пропускаем гол. Второй тайм был всплеск, когда мы забили два гола. Ну, потом играли, не скажу, что сели сознательно на половину поля, на свою, играли от обороны, надеясь на контратаки. Наверное, все-таки больше нас Локомотив туда посадил, потому что начали играть быстрее, игроки качественные. Ну, счет все-таки влияет, конечно же, на психологию игроков. Когда ты выигрываешь подсознательно, наверное, все равно где-то ты какие-то моменты начинаешь играть на удержание счета. Но по возможности мы выходили на чужую половину, держали мяч, там пытались создать какие-то моменты, полумоменты у нас были. Вот. Но в конце, как я сказал, уже да, попали под давление, находясь в десятером, пошел Черлука вперед, пошли навалы, сбросы, было, ну, так, опасности были, но где-то, может быть, повезло в конце. Когда игра через 2 на 3, мы думаем о следующей игре. То есть, поэтому мы выпустили и на 30 минут и Мамаева с Кабаре, и дав тем самым отдохнуть Маурицио, который, возможно, будет играть в основном составе, и дали сыграть побольше Кабаре и Мамаеву, потому что они после травм у нас. И Акриашвили выпустили, мы дали отдохнуть, рассчитывая на то, что, ну, 15 минут он там меньше сыграл, он поднаелся прилично классно у нас. То есть мы думали о Сельте. Я с вами согласен, что-то изменилось, но изменилось не в лучшую сторону. Проиграли буквально вот этот 15-минутный отрезок и проиграли матч. Причины какие? На мой взгляд, нет такой стабильности в своих действиях. По каким причинам? Наверное, надо посмотреть статистику, посмотреть матч. Этот отрезок просто проиграли и наделали много ошибок, которые забили нам два мяча. Дальше опять достаточно было хорошее физическое состояние. Большое давление оказывали на Краснодар. Много ударов было, не могли только реализовать. Но с такой командой, как Краснодар, когда дали слабинку, они этим воспользовались, матч проиграли.